В эти минуты можем подключить северную столицу. Давайте посмотрим, что происходит в Санкт-Петербурге на ваших экранах. Вывод господина Будейкина. Именно его следствие считает в качестве организатора, да? Именно так его идентифицируют, как организатора так называемых групп смерти. По некоторым статьям грозит серьезное уголовное преследование, серьезный срок. Самому Будейкину около 20 лет. Молодой человек, звукорежиссер. Следствие полагает, что он и его сообщники создали целых 8 виртуальных сообществ, где подталкивали подростков на самоубийство. На его счету, возможно, как минимум 15 жертв. В эти минуты на месте работает съемочная группа телеканала «Лайф», и в самое время мы узнаем все подробности, касаемые этого громкого уголовного дела. Напомню, Будейкина, он же Лис, он был задержан в Подмосковье, после чего, скажем так, доставлен в суд северной столицы. Прямо сейчас можем подключить съемочную группу «Лайфа» к прямому эфиру. Давайте послушаем последний комментарий. Итак, только что в машину посадили Филиппа Лиса, известного как также как Филипп Дубенко. Только что избрали меру пресечения. Его задержали на 2 месяца. Его завели в зал суда примерно в 4 часа вечера, то есть в течение всего дня он находился на допросе. И как только его завели в зал суда, он был достаточно испуган и не отвечал ни на наши журналистские вопросы. Но уже после того, как огласили такой неокончательный приговор, напомню, его на 2 месяца будут держать под стражей. И вот он все-таки после этого уже ответил на несколько моих вопросов. Он считает, что он нормально относится к подросткам. И также он сказал, что своей вины он не признает.